И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы, наверное, займемся хранилищем, черт его побери. Короче, было немного времени, я немного переехал с места на место. Господи, как тут светло, ужас. С места на место я имею в виду, что домик стоял там, теперь домик стоит здесь. Здесь у меня стоит репликатор. Че я сказал? О, у меня колонки включены. А, репликатор, слушай, реально? Блин, я запомнил название, прикольно. Вот, и все перенес сюда. Вот эта стенка у меня свободная, так как здесь будет храниться весь лут. Ну, в смысле, ресурса. А для этого мне нужен черный жемчуг. За ним мы сейчас пойдем. Но я хочу вам показать, что за этой дверью. Ничего, просто спуск вниз, чтобы можно было подняться, спуститься, все дела, вот это вот и все, бла-бла-бла. Выныриваем, поплыли обратно. Специально сделал так, чтобы было все-таки поудобнее. Хоп, и сразу дома. И подниматься легче, и все в таком духе. Здесь ресурсы, собственно, это все переместится. А здесь у меня всякие шмотки, то есть они также сюда и будут скидываться. Ну, а здесь всякий хлам. Кстати, да, Альфа Алексидиса убил, поплавал, это скин получил, что там еще. А, ну, за жемчугом я плавал, короче, тусовался. Да и все, все. Было немного времени, в общем, немного я поиграл. Вот, но задолбался вот это все заполнять фундаментами. Они любят разный уровень ставить. Прям бесит. Вот что я хотел еще сделать. Вот что я хотел сделать уже очень давно. Вот это. Чпоньк. Вот это. Чпоньк. И вот это. Чпоньк. Ах, ты ж собака! Она сразу же ресурсы скидывает сюда. Ну, вы-то вот здесь вот видели, что я получил, да? Не, что C4? Ну, здорово. Ну, ладно, киблы. Киблы норм тема. Киблы норм тема. Был тогда, когда мне они были нужны. Ах, кошмар. 10 цветочков, учитывая, сколько у меня добывает Черепухин. Кстати, Черепухин, сколько в тебе сейчас цветочков? Да, 1400 грибочков, цветочков. Не говоря уже о том, сколько цветочков и грибочков у меня здесь. Где? Где они? Мои грибочки, цветочки, цветочки, грибочки! Я слепошарый. А, вот. И тише, посатише. Ну, в общем, да. Такое себе. О, черный жемчуг, классно. Ладно, из всего этого только киблы, что-то из себя стоящее. И все. Ну, короче, не вижу смысла вот это все дело открывать. А вот это хорошо. Два седла саркозуха, но чё они? Седло сарка, чё они дают? Цементную пасту мне дадут, это хорошо. Так, гриндол. Вот это неплохо. То есть здесь мне дают ресурсы, которые, точнее, шмотки, которые я могу измельчить. Неплохо, неплохо. Это мне уже нравится. Это остается. Давай седло сарка. Вот это неплохо. Так, ресурсики. Ну, в целом, что могу сказать? Ладно, допустим, уже более или менее. Куда ты скинул всю эту фигню? Сейчас мне... О, C4. Да, я сейчас добываю ресурсы. Это уже тоже неплохо. Ну, ладно, не все так плохо, когда у тебя есть измельчитель, скажем так. Все, я бы даже так сказал, нормально, прилично. Но потратил я изрядно этих ресурсов, я мог купить что-нибудь и получше на это дело. Ту же самую этот мог купить...
Прям много я бы мог купить. Да чё-то немного, слушай. Что-то как-то немного. Ладно, фиг с ним. Будем считать, что ресурсами туда-сюда окупилось. Вот, вспомню, что я хотел сделать. О, какое тут у меня клевое седло. Значит, это седло можно перемалывать спокойно. Еее, больше ресурсов. Так, сеть это не с этого, DLC. Это мне тоже не нужно. А это мы выкинем. Все, классно. Короче, сейчас пойдем за черным жемчугом в вулканический биом. Давай сначала глянем. А, стоп, мне нужен генератор. Мне нужен генератор, Т-генератор, чтоб я уже мог запустить. Кстати, здесь я могу делать элемент. Он создается здесь со осколков прям изи-бризи. Вот, у меня, я добывал осколки элемента, он добывается прям, ну, не скажешь, что легко, но добывается, бог с ним. Генератор. Генератор, что мне на него не хватает? Только черный жемчуг. Вот, в первую очередь, начнем и с генератора. Стараги. Вот он. Тоже на него нужен черный жемчуг, слиток металла. Ну, слиток металла у меня сейчас получился, все нормально, элементы тоже добудем. В первую очередь нужно поставить генератор, а там уже от него, скажем так, плясать. Ну что, погнали. Пойдем мы... А на ком лучше пойти? На Ферроксе или на Гигантопитеке? А черт его знает. Пойдем на Ферроксе. И, кстати, он мне 301 элементарной пыли подогнал. Вообще красава. Так. Телепортация между биомами. Вулканически. И давай, я не знаю куда. Подожди, а где я там тусовался? Я тусовался по эске и плюс-минус дошел. Ну, понятно, значит, тусуемся на эску. С нее, по крайней мере, то есть уже с того места мне будет легче тусоваться, нежели так. Единственное, что сделаю вот так, для чего? Ну, чтобы, если что, я его смог призвать, если он где-то что-то куда-то и зачем-то. Вот он, отлично. Хлобысь. Ну давай, 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 давай. Красота. Да, ну и, собственно, этот уже отцепился. А, так, координаты. По карте ресурсов на координатах, допустим, 29,5 83 66 есть черный жемчуг. Поэтому давайте туда сгоняем. Допустим, 20, 29 на 80. Поближе. Координаты. Туда сейчас изгоняем. Блин, металл вот этот прям. Прям так и манит. Прям так и манит. Я еще для чего хочу сделать ресурсы. Так, ты, конечно, красава. Ты вообще. Давай, братан! Мочи и все! Анкила взбесилась! Не, ну, ну красава, чё? Чё еще могу сказать, красава? Все добыл. Лети домой. А, я чё хочу? Пью. Я хочу сделать точку телепортации, куда будет телепортироваться, допустим, анкила, добытая, добывающая ресурсы. И в этой точке, на точке телепорта, будет... Это у нас что? Ага. Будет стоять столбик такой, ну, помните, на Extinction у меня стоял столбик, который забирает все ресурсы у тебя. Ну, то есть, и раскидывает по вот этим всем, этим, господи,
по всем ячейкам. Вот, я хочу сделать вот такую фигню, но ты, получается, то есть я, точнее, телепортирую Диноса, допустим, на базу, и он сразу же скидывает все ресурсы туда. Я думаю, это будет очень удобно в этом плане, то есть мне меньше будет заморочек с распределением ресурсов и так далее. Давай. Землетрясение вскрывает подземные карманы сероликвидным газом. Газ вырывается на поверхность, и дальше уже несложно догадаться. Ядовитый газ в конечном итоге рассеивается. Но не мог бы ты задержать дыхание до этого наконец-то? Да, я тут пока заметку слушали. Я думаю, вы увидели, что я бежал вообще не в ту сторону. Я сейчас бегу не в ту сторону! Да какого фига? И нормально, какой-то газ нарвался. Алло, какой нафиг газ, иди в жопу. Лава! Нормально нарвался на газ. Я не знал, что здесь есть место, где можно на газ нарваться. Ну, кайф. Кто б знал? Кто б знал? Иди в жопу. А, ну да нифига, меня так нормально потом приглушило-то газом. Ну хорошо, живем. Сейчас-то я бегу куда надо. Ох, хоть сейчас куда надо бегу. Эй, не лагай! What the fuck? А что это такое? А что он такой полупрозрачный? А, это просто так, что ли? Ну вот, я надеялся на что-то интересное нашел. Пошел ты отсюда, пиздик! Иди отсюда нафиг! Да был твой мозг, а там извилин ноль. Так. Да ёб твою же за ногу, мне туда надо, короче. Короче, все, погнали. Смотрю на координаты и думаю, а не в пещере ли это все будет находиться? 2878, это вот там. Но давайте сначала все-таки поверху пройдусь. Посмотрим, что все-таки там. А потом уже будем думать, что делать и где внизу искать все это дело. Потому что, ну, как бы, с одной стороны, вроде как и адекватная идея, с другой стороны, да черт его знает, а вдруг наверху? А я буду сейчас по низу ползать. Я все-таки надеюсь, что мне не придется туда пока залазить вниз. Я не хочу туда залазить вниз. Там что-то как-то... Ё-моё, это что, тоже выход с пещеры? Ну, тоже выход с пещеры. Там как-то страшно. О, прикольное задание. Ох, сколько-то металла-то много, я тут уже пока бегал, металла столько, да, было прикольно, прям. Ладно, погнали, сейчас дойду уже до точки. О, смотри, второе задание, прикольно. Дойду до точки и уже посмотрим, что там в итоге будет. Так, 2779. Оу, добрый вечер. На 80. На 80, что там у нас? Ну давай, вот, 28.79 на 80.5. Хм, прикольно. Вот, вот обсидиванчик. Обсидиванчик нужно добыть. Анкила? Вот жопа ленивая. Ну, у нее там уже... дофига металла. Так что, я ее не критикую. Дофига металла, дофига камня, там, короче, вообще красава. И вот еще и Гелиминку опять убила. Так, это получается что? Это получается, я практически дошел до нужного места. 80.5. Это мне нужно вот на ту сторону перебраться сейчас, да? Обсидиванчика много-то, хорошо. Ну, нормально, столько обсидивана. Ладно, пока хватит. Все, газуй домой. Убираем улики. И погнали. 80.5. Вот где-то здесь. Так. Нифига, тоже обсидиана, вообще огонь. И координаты. Первые. 28.79. Это туда наверх.
вообще-то. Добрый вечер. 28.79. Это куда-то туда. Ну, если я все-таки иду... А, нет! Если я все-таки иду правильно, то это куда-то сюда. Ну, вы поняли, да? Я здесь. Ну, что, реально, что ли, под землей? Вот же жопошная жопа. Так, давай поднимемся сюда наверх. Вдруг! Вдруг все-таки. Ну, блин, ладно, Надежда умирала последний. Походу, да, реально там внизу. Что очень даже логично будет. Ну, блин, ну я надеялся. Я надеялся до последнего. Че, куда деваться? Надеяться никто не запрещал. Ну ладно, погнали, что вниз. Вниз спускаться, это не забираться. Побыть, тем более, за падение с высоты он не получает урон. Ну почти. Ну почти. Да ты дерьмово прыгаешь. Это так весело прыгать на месте. Ай, дурак в лаву нырнул. Ай, дурак. Ай, дурак. Так, вон выход. Отлично. Ой, сколько тут металла. Ладно, я металл уже понадобывал. Нормас. Ну, блин, теперь что? Обратно туда бежать. На те же самые координаты, только уже по другим точкам. Честно, я не верю, что черный жемчуг будет вот так вот валяться. Вот честно, я не верю в это. Ни капли. А, дурная ты собака. Погоди. А, точно, точно. Ты же тварь еще-то редкостная и бьешь сильно, еще еще камень бросишь. Я тоже могу в тебя бросить. Не, не могу бросить. Простите, баканул. А, не, могу бросить. Пошел ты, ублюдок. У-ху! Сколько металла есть. Тише, тише ты. Посмотри, как классно. У-ху! Как тут здорово. Я не хочу сюда идти. Больше. Блин, а по низу-то было легче пройти. Так, наверх. Ну, по низу, потому что по прямой, не по вертикали бежать. Так. Где-то... Здесь. Дурная! Дурное животное. Братан! Иди сюда! А если я сейчас вас замочу? Ух ты, мать твою! А! Придурок! Спасай! Братюнь, мочи их! А, все, короче, в жопу иди! Стоять! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, слез! А, твою шапку поломали! О, братва, ну все, короче. Вот это, короче, сейчас на разборы пойдем. Иди сюда! Ты на кого там быканул, тварина? Ё-моё, ну вы поняли, как, зачем нужно все-таки следить, когда горцуешь на Ферроксе? Просто надо же в этой толпе просто бам по щелчку пальца и я падаю. Я сначала думал, у меня кто седла-то сбил. Какого фига, чё за нафиг? Но я быстро понял, чё за нафиг. Так. Ладно, в любом случае я на месте. Зато хитин надо был. Надя! Кезлина. Так. Давай еще раз посмотрим координаты. 27.79. Да блин, сбился координаты. Сбились координаты! 27.79. 20, 78, 22. Что это другие координаты? Какую я точку-то лутусовался? 28, 79. И 80, 52.
А, тут, да, чата здесь нету. Так, это перебор. 28.79. В ту сторону. Угу. 28.79, 80.52. Воу! Воу! Добрый вечер! Воу! На посопатели! На посопатели! Лучше эвакуируйтесь! Что? Мать вашу! Происходит? В смысле? Я эвакуируюсь. Подождите. Икс. В какой стране вулкан? Я эвакуировался на базу. Сейчас прилетел обратно. Опять прилетел на эску зачем-то. Я хоть правильно бегу, я неправильно бегу. Мне нужно туда. И нужно забраться уже повыше, чтобы увидеть, что будет происходить. Блин, я даже забыл про эту фигню. Я потому что читал про вулканическую активность. Типа, ну, читал информацию про вот это вот все, типа... По генезису, и там было про вулканическую активность, но я про нее забыл. Но что из этого вообще происходит, мне вот это больше интересно. Вулкан какой-то тихоня. То есть, как бы, даже где на Рагнароке, получается, вулкан вот там вот, там вот бабахает. Там просто летят камни, вот это вот и все, и делают большие бабахи вокруг. Вот это я понимаю, вулкан проснулся. А здесь что-то какая-то землетрясение, все дела, непонятная фигня. Вот отсюда. Ёп! Твою ж за ногу, пока что самая главная опасность, это моя неуклюжесть. Ну чё, погнали обратно, блин. Ёп, красоты. Но телепортироваться я очкую. Прям вот обратно телепортироваться. Вроде какое-то вот это вот землетрясение, вот это вот все как-то завершилось. И стало тихо. Ты за чё там в воздухе-то зацепил? Ты дурной? У-ху! Полетели, мать вашу! Ну нафиг. Я же говорю, вообще кайфово, он не... Это... Не разбивается об высоту. Вообще прям кайф. Ах, ну блин... Путешествовать здесь без людуна, конечно, еще та редкостная жопа. Не, конечно, всегда говорил, путешествовать пешком это очень весело. Вот это вот реально очень весело. Ты видишь мир с другой стороны. То есть и совершенно по-другому на все смотришь. То есть когда ты путешествуешь чисто полетами, там все изи-бризи, и все совершенно воспринимается по-другому. Когда ты путешествуешь пешком, ты смотришь на вот все под другим ракурсом, под другим углом, и вот те мошки, которые были у тебя под ногами, когда ты летал, становятся вот такими магмозаврами, к примеру. И ты понимаешь, что, ага, добрый вечер, не все так-то и легко и просто. И уже начинаешь воспринимать информацию, которая вокруг тебя совершенно по-другому. Это клево, конечно, но это когда тебе нужно через пол карты пройти. Я не туда что ли свернул? Наверное. Я походу делал в вулкане обратно, да? Просто смотрю, здесь все так покраснело. Только я зашел походу через другой вход. Не через фиолетовую пещеру, а просто через большой какой-то вход. Первый раз этот вход увидел. Ну, фиг с ним. Отлично. Ну да, походу та активность закончилась и все хорошо. Ну что, по новой смыщем координаты. Какие там координаты, я говорю. Еще очень тяжело навестись на этой долбанной карте. Они там 28, 79, 80 с половиной. Погнали. Блин. 3500 урон. Ровно. Такое было красивое число. Так, короче, я
как понял, здесь два уровня пещер, два уровня вулкана. Вот с этими кристаллами нижний, а тот, где я до этого вам показывал, это верхний, потому что там координатов этих вообще нету. И это прям открытие для меня. Но возвращаемся к тому, там голем теперь тусуется. Ты серьезно? Голем, мать твою за ногу, иди сюда. Так, с 28-70 в лаве. Голем, не иди сюда. Голем, и пошел в жопу. Экс! Ёб твою ж! Да пошёл ты! Уууу! Так... Двадцать восемь на 79. Это мне туда. Было близко. И снова близко. И добрый вечер. Подожди. Мне кажется, не нужно было сюда спускаться. Ну, написано Black Pearls. Pearls. Pearls, блин. Какого черта? Так. Еще раз. Это другие координаты. 28, 79, 8. 80 с половиной. Экс. Мне туда? Нет, мне туда. Мне туда. Пока! Пока, говорю! Ну, я где-то здесь. Да блин, да в смысле? На... Игра, пожалуйста, хватит уже троллить меня. Мне вообще сюда не надо было. Ой, топографический кретинизм. Добрый вечер. Я давно тебя не встречал. Давай, залай. Выпрыгивай. Красава. Уф. Не, ну это же обычный кристалл. Так. Бляха-муха, мне в другую сторону надо. Ой. О, господи, я нашел другие координаты, но суть не суть. Я нашел! Я, конечно, еще одну Диблэйда нашел. Ну ты смотри, вот он, черный жемчуг. Ну кайф же! Эй! Вот он, черный жемчуг! Ну ты здорово, жирничек. Можешь, пожалуйста, упасть в лаву и оттуда не вылазить? Ну ты смотри, сколько здесь черного жемчуга! Да ну нафиг! Если бы еще бы вот это вот гнида сюда бы не упал, вообще был бы кайф. Как тебя убить? Даже представить не могу. Хоп-хоп-хоп. Что у меня тут по оружию? Почему у меня нет пистолета моего? Где мой пистолет, кстати? Да. В смысле, блин? А чё он так часто? Так, не, погоди. А, не, он все извергся, типа, да? Просто отпихнулся, было типа готовиться к извержению вулкана. Все извергся, огонь, все, супер, отлично. Чё-то, короче, попрошу заметить, какой урон у оружия. Вот же опасная тварь. Ну и как мне тебя оттуда убрать?
На тебе по башке. Ну, короче, это надолго. Как вы думаете, что хуже одного голема? Три голема. Кошмар. Какого фига они такие жирные? Какого черта они такие жесткие? Чё за нафиг? Это что за твою мать? Да пошли! Это кошмар! Ладно, фиг с ним, пойду другие координаты искать. Что-то на этих координатах меня ждет полная жопа и разочарование. Пойду искать другие координаты. Блин, ну по крайней мере хотя бы знаю, что он реально около лавы они находятся, все эти как весь этот жемчуг, и там и нужно искать. Кошмар. А с другой стороны, от тех големов я убежал, а этот вроде как спит. Ну, он превратился вот этот квадратный майнкрафтовский круг. Есть шансы? Так, не, подожди, я не ту кнопку нажал. О, подожди, эта кнопка не с элементом теперь. Не, погоди, мне это нужно. Вот это хавай, отлично. Так, стоять, я видел, привет. Жемчуг, отлично. Сотка черного жемчуга. А теперь я хочу этот черный жемчуг собрать ручками. 84. Ну, как бы то же самое. Что означает, что? Правильно, этим я соберу побольше. Бежги! Придурок, имбецил! Жирный! Должно было все быть по плану. Ух. Ладно. Откуда столько? Это что? А в смысле? А что? В смысле, эти кристаллы — это элемент? Я просто не заметил. Я реально не заметил, это элемент был. Да в жопу этот небесный биом! Космический, в смысле? Да пошел ты, придурок! У меня только все на мази почти было! Беги! Глупец! Отлично. Выжили. И этот козел не упал. Так, вот там жирнич ходит. Он, видать, то, что... он то, что в лаве! Он в лаве! Поэтому ему наносится урон. Пускай очень медленно. Очень медленно наносится урон, но наносится. Но он не может спрятаться, то есть успокоиться. И это проблемка для меня. И мне нужно, чтобы вот он встал, такой типа, ага, окей, я успокоился, и спатеньки. Мне нужно вот это. Так, еще нужно проверить. Ты у меня на пассиве, красава. Теперь как бы на тебя сесть. Слышь, а давай я как-нибудь... сяду тебе на хребет, короче. О, спасибо. Фух. Да, по нему урон проходит, это хорошо, но мне сейчас не это нужно. Мне нужно, чтобы он успокоился, типа, да ёб твою ж, да ты ублюдок, мать твою за ногу, да чтоб тебе икалось и гнит, и ты беспонтовый. Короче, он меня достал. С помощью хилок. С помощью много хилок. И с помощью повышения зависимости, чтобы наносить побольше ему урона, я замочил эту тварь. Задолбал. Он меня очень сильно. Ой, не ту кнопочку нажал. Фух, честно, вот прям задолбал он меня. Гнида.
Ну не хотел он никуда убегать. Ну просто он стоял туда-сюда. В лаве он сдох очень долго. Ну, я вспомнил про хилки. Именно для этого я их добавлял, чтобы не тратить тонну времени на то, чтобы туда-сюда бегать, прыгать. Не думал, что так быстро пригодится. Честно, не думал. Но теперь я могу. Так, погоди-ка. Ты серьезно, это осколок элемента? Я думал, это... Я честно, я думал, я добываю красный кристалл, думаю, да фиг с ним, пускай... Ну, выглядит же как красный кристалл. Думаю, да фиг с ним, короче, если потом выкину лишнее... Сейчас самое главное это... Жемчуг собрать, думаю. Собрал, блин, жемчуг. Етишкина радость, ты посмотри, просто какой кайф. Ей, погоди. Так, Мартан, стой. Анкела. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай. Что это такое сейчас было? Так. Почему ты не можешь двигаться? Скажи мне, пожалуйста. Потому что у тебя, мать его, перевес. У тебя долбанный перевес. Да. Ну-ка. Давай засекем. Допустим, 400, 300, 400 элементы я примерно получаю с этого с камешка одного. А так? Ну, то же самое. Плюс-минус. Только здесь я не травмирую анкилку. Хотя не, анкилка все равно лучше, но ладно, фиг с ним. Пускай летит до дома. А мы дальше подобываем. Офигеть, сколько элемента добыл. Просто кайф. Просто кайф. Да? Здорово. В общем, местечко было клевое. Если честно. Прям очень клевое. Добыл я, получается, почти 1000 черного жемчуга. И... Почти 15 тысяч осколков элемента. А, если я не ошибаюсь... Мозя, что с тобой? Что-то он там... Ну, видать, тот на него напал, он поэтому там беснячает. А, 15 тысяч, это что у нас получается? Делим на 100-150, да, получается, я элементы получил? 15 тысяч делим на 100. Да, 150 элемента я, получается, лутанул там. Я считаю, это очень клево, очень кайфово. И это офигеть, как много. А это означает, что я смогу за кадром сделать все, что нужно. То есть, хотя бы начать немножечко обустраивать лутрум. И расставить все по полочкам. Ну, это уже будет заказано. Камон, серия уже такая длинная получилась. То есть хотел сделать одно. Оп. Я знал, что пока буду базарить, он уменьшится до пиздюка. Вот. Серия уже затянулась. Очень сильно затянулась. И вы сами понимаете, что... Куда еще дальше. Ты че вы там не видели? Господи, камон. В следующей серии покажу, что, как, да где сделаю. Смотри, элемент просит. Пиздюк. А нет, не будет тебе элемента. Пока что не будет. Ну а я на этом уже с вами буду прощаться. Говорю, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.